всем доброе утро. Оно у нас доброе. Мы сейчас штурмуемся, одеваемся, застегиваемся. Завтракаем гречу с сосисками, нам сказали. С утра открыли дверку. А ночью сказали, был дождь. А ночью был у нас дождь. Ночью было нам тепло и уютно здесь. Так, в боевое положение вездеход приводим. Так, ребятки, после ночного простоя мы заводимся. Что там у нас? 13 вольт у нас. Греем свечи. Дрын-дын-дын-дын-дын-дын-дын. Поехали. Дуем колесики. Дуем потихонечку, потому что мотор холодный еще. Лениво дуем колесики. Температура двигателя 15 градусов. Камни, 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 камни. Как вы уже надоели, камни. Становитесь гладкими. Да, станьте гладкими уже. Сколько там, можно, а? Надо было туда. Да я знаю, ну, сейчас вот здесь проскочу. Сколько можно такой камень острый быть? Идет фиг знает какой день нашего мытарства. Сегодня у нас 30 августа. Но нам сказали, что вы туда не доедете, а мы все равно доедем. Мы упрямые, да? Да, мы сегодня должны быть в лагере. Да-да-да. Все, благополучно они его перешли. Теперь у нас будет интересная дорога среди камней. Тяжелая. Все, ребятки, встреча состоялась, и мы идем далее. Вот остановились собачки, как хотят, походу. Собачки у нас нахулиганили сегодня, сожрали наших куропаток добытых. А нам сухо. Да, нам сухо. Вот два олежки стоят.
комарисов. Термосел его убил. Очень удобно комару. О, разогреваться начинает еще не думать. Шаровод пошел на ног. Так, ребятки, поднимаемся на сопку. Здесь даже Алексей Маратович не ездил. Каргашьян, который. Они севернее ходили. И Барзугу севернее пересекали.
Защита вещь нужна. Уже столько раз мы прикладывались. А что еще будет зимой на льдах? Ты, конечно, защиту кроша больше, все сильнее всего. Вот, ребята, вот она точка, в которую мы ехали. Вот оно, это место. Река Варзина. Там у нас и озеро. Вот мы наконец-то до нее добрались. Практически по азимуту. У нас сегодня 30-е. 6 дней мы сюда шли. Ха-ха-ха. Ну что ж, господа. Что я могу сказать? Идет дождь. Варзина нас встречает не очень приветливо. Гнусом и дождем. А может, дождь, кстати, поднял его. Добирались и мы добирались и добирались. Да, Михаил Ильич? Абсолютно. Да, сложно тебе придется монтировать это кино. Все время пи-пи-пи или вырезать. Thank you.
Ярко, поедем. Куда поедем? Нам пофиг, куда ехать. Я сюда. Я в любое место проеду. Ладно, здесь. Я посмотрю и проеду. Давай там. А, тундра такая не бывает. Куропаток выводок тут бегает. Ребят, можно посмотреть. Прячется. Куротятки бегают тут. Кончилось, Саля. Ловим рыбу здесь. Страшные, какие страшные слова вы вызвали. Притащил какую-то каракатицу колесную, пытался на ней здесь ездить. Ты бросил все, на которой на тут память представит. Давай подъедем. Ручей, ребят, сейчас будет. Будем преодолевать. Превознемогая преодолевать. Хорошо.
ребят. Памятник погибшему УАЗику. Главное, что я вообще сюда доехал. Ну, зимой, наверное, затягивал-то. Да, конечно, зимой. Летом будем средства ехать. Что там у нас? Свищет? Шесть дней, ребята, шесть дней пути по этой каменной вот этой. И мы добрались до места. Посмотрите, какая река. Бомба. Просто бомба. Да, пошли в баню. Да, теперь идите вы все в баню, и мы в баню пойдем тоже. Ну что ж, ребят, наступил тот долгожданный момент, когда мы достигли цели нашей экспедиции. Мы доехали до края. Точки Б. До точки, от из точки А мы ехали в точку Б, и мы ее наконец-то достигли. Вот, послезавтра начнется путешествие в обратную сторону. Оно будет не менее увлекательным, чем путешествие сюда, потому может, что... послезавтра, мы не знаем. Может, еще. Послезавтра, да. От нас тут, конечно, зависит многое, но не все.
Вот. Но маршрут обратно будет пролегать по новому пути, потому как старой дорогой проходить не хотим. Там очень много камней. Просто все камни знакомые, мы новые камни найдем. Да, лучше, когда камни в болотах попадаются не так часто, как мы по ним попадались, а не нам. Вот. Вот. А сейчас мы, наверное, будем уже спать, отдыхать, потому что, ну, как обычно, мы выложились на все 100%. Короче, сегодня мне предводитель команчи сказал так. Вот эти желтые пятна на спутнике, я, говорит, думал, что это ягельник, ровный и мягенький. Оказалось, что это скальники. И когда мы прошли 2 дня и думали, что сейчас будет ягельник, оказалось, что тут еще скальник. Ребят, у меня телефон с ума сходит. Он говорит, вы прошли сегодня 45 тысяч шагов. Там что-то вообще какие-то невероятные цифры показывают. Вот. А все почему? Потому что вездеход движется настолько медленно, его качает, короче, что он думает, что я иду. Вот, и считает это за ходьбу. Так что так вот. По крайней мере, мы спортом занимаемся. Все, ребят, спокойной ночи, до завтра. Завтра вам что-нибудь еще обязательно покажем. Все непременно. Пока. Все, сейчас придет Мишаня спать. Там чай пьет еще. И что-нибудь вам расскажет тоже. Пока.